Наконец-то мы приехали. Ой, мне надо быстренько под кустик. Полина, как тебя наш лидер Анна Джон? Хорошо, она очень мне нравится. Джек, у тебя все готово? Да, у меня все готово. Координаты выведены на монитор. Итак, вся команда в сборе. Давайте найдем это сокровище. Наши карты показывают, что храм где-то недалеко. Нужно только переплыть горное озеро. Ой, какой миленький цветочек. Сейчас я себе фоткну в Инстаграм. А вот и древний храм. Кажется, я уже вижу, где спрятано сокровище. На вершине водопада. Ой, какой здоровенный бриллиант. Вау! Вау! И такой же огромный крокодил. А, вау! Спасите, помогите. Надо бежать отсюда. О, Анна Джонс, это самый большой бриллиант, который мы когда-либо находили. Представляете, он весит аж целых 5 килограмм. Привет, друзья. К нам попал вот такой вот классный наборчик. Это новинка лета 2017 года. Наборчик Lego City 60-160. Называется он «Исследователи джунглей. Мобильная лаборатория». В этой коробочке находится 426 деталей. Также в наборе мы имеем 4 мини-фигурки. И вот тут вот у нас есть пометочка «Каяк не плавает». Ахалай, махалай, сим салабим. Получили наборчик. Это, как я уже говорил, новинка 2017 года. Очень интересненькая. Богданчик, что тебе понравилось в этом наборе? Что тут классная машина с классными колесами. Ну да, Богданчику понравилась классная машина с классными колесами. У меня, конечно, ну не то чтобы есть претензии, это у всех Lego City такая проблема. Это в том, что невозможно поворачивать, а тем более, когда 6 колес, то есть повернуть адекватно вообще не получается. Как-то вот хотелось бы какой-то поворотный механизм, но обычно это уже сами пользователи доделывают. Вообще очень такой насыщенный наборчик получился. Это и вот такой вездеход с передвижной лабораторией, то есть тут два места для водителя. Такая вот открывающаяся лаборатория. Ее, кстати, можно отстегнуть. Мы сейчас не будем это делать. И получается такой... И тут еще всякие классненькие наплечки. Да, вот там, наплечка. Там у нас карта, какой-то компьютер, какое-то лабораторное оборудование. Компас на крыче. Ну, компас, да, мы его...
прикрепили, чтобы не потерять. Видите, он такой прозрачный, он постоянно куда-то пытался залезть. Вот тут у нас освещение. Наверх крепится вот такой вот каяк с гребцом. Только он отпадает. С экшн-камерой. Не, гребец не отпадает. Вот очень много всяких аксессуарчиков. Это уже, как мы говорили, компас, два фотоаппарата, куча растительности. Вот такая вот вообще необычная штука. Это плотоядное растение с пауком внутри. Все застегивается вот с помощью вот такой вот резинки. Не застегивается даже, а захлопывается вот так. Оп. Вот потом у нас аж 4 мини-фигурки. Эту барышню мы назвали Анна Джонс, типа производная от Индиана Джонс. Типа Инди Анна Джонс. Вот так вот. Анна Джонс. Знакомьтесь. Искательница приключений. Ну, да. И еще тут прикольное, что теперь у нас появился Лего крокодил. Да. Лего водопад. Это такие интересные новинки. Вообще в этом сезоне, точнее в этом году, 2017, очень появилось много наборчиков вот с различными, так сказать, текстильными штуками. Но это не текстиль, это такой пластик. И также во всей серии «Исследователи джунглей» различные животные. То есть в каждой серии, в этом случае у нас крокодил, паук и будем считать, что растение тоже у нас плотоядное, да? Тоже животное. Тут еще у этого крокодила открывается рот. Да, пасть, да. У него двигается хвост. Ага. Я же говорю, очень насыщенный наборчик. Наборчик. Вообще вся серия «Исследователи джунглей». Мне еще очень понравилось, как тут сделали с помощью этих ломиков. Такие вот, как он называется, кенгурятник, по-моему. Ну, защита для водителя, чтобы когда, если машина упадет, чтобы такая жесткая рама удержала кабину от сжимания. В общем, мне понравилось. И если, мне. Да, и Богданчику. Вы видели нашу попытку снять какой-то экшен про этот наборчик. Не знаю, надеюсь, вам понравилось. Кому понравилось, ставьте лайки, да? Это самый клевый набор из наборов Лего Сити. Ну да, Лего Сити. А как же наш любимый корабль? Смотрите, кстати, наш любимый корабль. У него очень много просмотров. Надеюсь, и в этом наборчике будет много просмотров. В общем, пока-пока. Пока-пока.